Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья нашего канала. Сегодня с нами Марина. Она делает расклад для дев на сентябрь месяц. Так, Марина, вам слово. Здравствуйте. Сегодня мы будем делать расклад для дев на сентябрь месяц 2023 года. Мы будем смотреть на 5 карт. Первая карта будет характеристика месяца. Вторая карта на работу, третья на деньги, четвертая на отношения и пятая на здоровье. Давайте расслабимся и начнем. Настроимся на расклад. Все подумали. Месяц. Работа. Деньги. Отношения. Здоровье. Месяц для дев будет очень удачный, кто находится в торговле, у кого заключение каких-то контрактов, подписание каких-то интересных договоров, очень будет прям продуктивный, и повышение квалификации тоже может быть. Вообще это месяц трудяжек, и прям он будет настолько успешен, что прям все, что они запланируют, они, у них все это может получиться. По карте император на работу означает, что это прям так и соответствует с магом, что это прям месяц трудяжек, как я и сказала. Но здесь должна быть четкая дисциплина, стремление к чему-то, может даже каких-то освоения новых направлений, может быть. Ну и вообще, как бы получается, что если какие-то даже контракты заключат, они прям будут действовать надолго, на большие промежутки времени. Для дев десятка мечей означает, что в сентябре месяце нужно, кто имеет долги, лучше их отдать, потому что они будут прям давить, будут целенаправленно прям душить. Прям вы будете чувствовать настолько некомфорт, что вам лучше их отдать долги, если у вас есть такая возможность. И лучше не брать пока взаймы никаких денег. Маленько воздержаться нужно будет. Больших изменений по деньгам таких у вас не предвидится. Все ровно и стабильно. По отношениям. Отношения будут маленько беспокойны, потому что, видите, как-то будут какие-то, может быть, ссоры. Может быть, какие-то будут конфликты. Ну, вообще, как бы, такие ненадежные отношения могут какая-то, может быть, что-то какие-то, закрасть какая-то настроение такое, что вы можете что-то думать, подозревать о чем-то. Но это все-таки не стоит делать, потому что это все пройдет. То, что вас пугает, это всего лишь временно. Карта поменяется, и месяц тоже, и потом отношения наладятся. Можно. По восьмерке кубка, значит, можно сказать так, что для дев, кто болеет, может прям пойти выздоровление прям большими такими семимильными шагами, да? То есть, значит, вы пойдете на выздоровление. Значит, вообще это карта депрессии, поэтому нужно маленько воздержаться от каких-то, может быть, негативных контактов, которых вас не устраивает. Вы лучше не выходите на ссоры, воздержитесь, да? Вообще, это состояние здоровья. Это может означать, что вообще вы полны здоровьем и сил. А чтобы не входить вам в депрессии, просто избегайте конфликтов и побольше положительных эмоций. Сходите, развлекитесь, побольше на солнышке, пейте воды. И удачного вам месяца. Спасибо. Благодарим Марину. Успехов всем вам, здоровья. Хорошего настроения и увидимся в новых выпусках. Всего доброго, до свидания.